поиграть. Пинг-понг нельзя играть втроем. Можно, если по мобильнику, смотри. А еще можно играть на расстоянии и делать селфи. Помогите! Оу! Спасите! Оу! Спасите! Игнатий! Спасите! Смотри, какая помогите! Полезная вещь, мобильник! С ним не надо кричать «Спасите! Помогите!» Наверное, ты права. Вдруг кому-нибудь помощь потребуется. Он тебе и позвонит. Ты тоже можешь позвонить, если нужно. Посоветоваться о чем-нибудь. Или просто сказать «Привет!» Привет! Привет, Игнатий! Привет, привет! 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 Почему вы без меня ничего не можете придумать? Пятнашка! Уж сообразите сами, кому водить! Пятнашка! Считалку хоть какую-нибудь знаете? Поиграйте без меня! Пойдем играть! Я попозже подойду! Попозже! Да-да-да! Обязательно подойду! Нет! Нет! Не согласен! Почему? Потому! Приду попозже! Игнатий, у меня еще целый час личного времени. Пешка b4. Идем ферзь на f5. Дальше я пойду с слоном на f3 и поставлю мат белому королю. Я тебе попозже позвоню, Игнатий. Слон b2. Белые захватили линию d. А может, ну что, напасть конём? Я тебе говорил, не ходи. Я тебе попозже позвоню. Алло, ты где? Алло, нет, временно недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже. Перезвоните позже. Что с твоим мобильником? Давайте я проверю. Мы тебе, наверное, неудачный подарок сделали. Сломался, да? Не переживайте, я его могу разобрать, если что. Вы мне очень хороший подарок сделали. Но когда он у нас появился? Мы перестали ходить друг к другу в гости. Он не сломался? Ты меня успокоил, червячок Игнатий. Значит, наш подарок не сломался. Собирай обратно, быстрее. Интересно, что твой мобильник позвал нас к тебе своим молчанием. Ага, теперь вы знаете, что делать, когда он не отвечает. Ну что, пойдемте играть? Да! Кидай сюда! Лови! Ha 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 ha